Еще раз к верховьям Северной Сосьвы и дальше по Ханты-Мансийскому округу Тюменской области. Пройденный маршрут. Ты сделал это. Вот они, таежные манси. Итак, мы находимся где-то в 20 километрах от базы Лича. Два дня у нас была бичева. Два дня бичевы, в общем, такой. Бичевник здесь плохой, бичева довольно-таки трудная. Берега плохие, захламлены. Так что мы упирались, в общем-то, не просто прохлаждались. А сейчас находимся в зимовье таежного охотника Саши Петровского. Да. Который знаменит вот на эту округу, так, на этот регион, его здесь все знают. Но сейчас его нет, он уехал в Свердловск зачем-то, наверное, за порохом. Нас здесь поджидает баня. И сейчас мы топим баню, собираемся мыться. Мы впервые в тайге пьем пиво, вот. Пивка оно было специально припасено для такого дня. Очень много было попыток. Очень много было попыток его выпить, но мы его дотянули. Да. Ну, после баньки предстоит нам непростой волок по тайге. 24-25 километров. Вот. С рюкзаками, катамаран будем тащить. Так что сейчас нужно помыться, вымыть молочную кислоту, которая накопилась от напряженной работы. Вот. Идем в баню. И вот это наши веники. Это пихтовый. Из пихты. Самый классный веник. Обалденный запах. А это? Береза. Березка. Да. Ну, пихта — это фантастика. Это вот банька тоже незатейливая, незамысловатая, но очень быстро нагревается. Вот такой пихты мы услали там пол весь и положим на печку. Будет аромат бесподобный, пихтовый. Смоленистый такой. Знатная банька. Да,
Вот в тайге-то ты только и понимаешь. Эти все чудеса. Хорошо. Это второй заход. Второй заход уже наиболее серьезный. Вот. Поэтому, кроме обалдения, ничего не испытываешь. Хорошо. Пихта, пихта, аромат пихты. Классно. Солнышко. Сейчас пивком. Да. И в лозево. Хорошо. Хорошо. Охотника Саша Петровского нам предстоит разбить под ложкой пивка. Тише. Да, затем ты. Что-то она. Так и наклонить тут не надо. Ага. И все, откручивать. О! Берется, вот. Смотри. Вот в такой таежной глуши пиво это вообще. Да. Впервые пиво пьем. Вот в этой богадельнике он живет. Пьется впервые в этой избе. Да. Вот то, что, чтобы его сюда довести. Такой глуши. Это надо такую выдержку иметь и сил очень много, чтобы еще на себя взять ответственность за 2 литра. 25, по-моему, даже миллилитров. Да. Долине Лозьвы вброд. Начало пешака. Сначала было как истоком северной сосны. А интервью брать будете? А как же? Беру уже, уже беру. Ну интервью мы не даем. Это без интервью. Да. Без комментариев. Без комментариев. Что-то питательное. Вперед. Прошли первые 700 метров пути. Первая вынужденная стоянка. Ручей Ахтыл. Вернее, притоки ручья Ахтыл. Идем на разведку, чтобы определиться, куда идти дальше. Кто к нам пришел? Мы хотим разведку. Смотрю, такая шея взметнулась. Вот, я лягу такой, стой, и показываю на птицу. Он кладет мне на плечо так и два раза, так сказать, как мочакнул. Ну и крокодил. А он давай биться, так сказать, ну на земле. И все, да, летел, летел. Лапы какие. А я уж... Смотри, клюв, слушай, таким... По чайнику. По чайнику таким. Можно отдыхать. Да, слушай, это охотничий трофей. Килограмм 8 весит, наверное. Да, крупный глухарь, это очень крупный. Хороший. Хвост уже кто-то ободрал. Он же старый, ты не пират. Хорошо, что ты не... Ну что девки, давай думать. Да, что делать? Ну, с собой же не потащим. Варить воду. Варить? Где воду взять? Ну вода есть там. Вода в Пинске, вон там крепкая вода. Вода здесь кромежная. Водная часть пешки заканчивается, решили перекусить, пока есть вода. Самый слабый звено, это правда. Да.
Думаю, взяли вот здесь, вот, вот в этой луже. Пройдено ровно треть нашего волока. Белое золото. Белое золото, мальчик. Теперь мы знаем. Осталось немного. Ты поближе покажи, поближе. Здесь мальчик выращивает рису, а здесь хлопок. Вот такой стебель. Вот. Хлопковое дерево. А вообще нет, не дерево. Хлопковая травинка. Ну идите, идите, идите. Идите, пешочек. Фу, смотри. Вот, это не Ахтыл, Мухтыл. Вот он. Классный такой, а. Блин, купаться. Купаться. Все. Купаться. Это настоящая сосьва. Мы к ней шли уже, я лично, с 97-го года. Это настоящая сосьва. В том году была не настоящая. В том году был Ахтыл. Это был Ахтыл, Мухтыл. Поганый Ахтыл, Мухтыл. Где живет Кикима? Главное. Вот. Дай скажу. Быстро дошли. В общем, пешка, сколько? 24 километра, да? 4 дня шли. А? Ну, 23-24, где-то около этого. 4 дня. Очень тяжело. С такими рюкзаками заколебались. Но, конечно, вышли, и все счастливы. На пешке встретили медведя, стукнули глухаря, пешка прошла в целом нормально. Конечно, вымотались. Только. А так все нормально. Ну и они дошли вроде бы, как ни странно. И не в степи даже. Нет, дивная-дивная речка. Я тут точно не актер. Какая красота! Смотрю, думаю, так, красная шапочка вот по этому самому. Ну скажи свои впечатления от пешки. Впечатления нормальные. Мог бы пройти еще столько же. Собираюсь сходить на Ямын-Тармырат. По-моему, так называется вершина. Она сейчас за облаками не видна. Может быть, завтра сбегаем на нее. Так, речка нормальная. Классная речка.
откуда я знал-то? Почему так стало хорошо? Потому что цель достигнута. Расслабились и немножко усугубили. Трубка мира. Выше пилотаж, выше пилотаж. Не, я пойду в тайгу, куплю себе хорошую трубку. Вишневую. Да, и буду курить табак. И с табаком, и с табаком. Вот, сигареты, потому что это для мегаполиса. Это для каких-то... Да, а в тайге нужна именно вот такая вещь. Это хочется подумать, посидеть. Послушать ситуацию. Ослышать, да, как индийцы говорят, слушай ветер. Он тебе все скажет. Слушай ветер. Давай трубку мне. Начинает. Дайте манси затянуться. Я его первый раз вижу. С трубкой, да? Ну он мастерски закуривает так. Затягивается. Паганель. А мастер гурман, гурман, гурман. Кайфует. Через нос сюда. Через нос не чувствуется. Нос, говорят. О, это учитель, гуру. Гуру. Белый учитель. Сенсей. Ой, ну что, я смотрю, как он красивый. Так, вот мы все один раз прошли и уже половину пути. Давно сидим. Потеряли, да? Группу потеряли. Озере Туруват.
озеро Труат. Кульминация нашего похода — это проход на озеро Труат, который после второго дня сплава мы попали, да? Второй мы вчера пошли, вышли, да. Второй день сплава. Нежданно-негаданно оказались в раю, можно сказать. Баня хоть каждый день, изба, в которой топится камин на улице, да. И близко вот загадочное здесь, вот, озеро. В 300 метрах, примерно в 200-300, озеро Труат. Несколько километров в диаметре. Мы блюдце, пока... Большое блюдце такое. Мы пока не... Мансийский театр. Манси Пагин. Я с Турвата, здравствуйте. Смолил. Все. Все, видишь, это целый ритуал. Это ритуал, да. Ерунда. Две трубки. Открыт набор аксессуаров и все. Весь набор. Весь день. Да, и пищать уж нечем, ты все удалил. Пищательные органы. Спелое мороженое. Самое-самое спелое. Вот это мороженое. Но еще через 7-10 дней, я думаю, она уже начнет сходить. Крупные ягоды, а? Прелесть. Рожкой обедаемся. Смотрите, сколько здесь. Кошмар. Смотри, какая крупная. Видишь? Угу. Вот какие ягоды крупные. Такая пьяная морожка. Прелесть. О. Давай, ешь ее. Ешь. Ешь, ешь. Варенье из морожки. С блинами сделала отца. Вкуснятина. Потому что неописуемо. Да. Не придется есть. Такого деликатеса. Да. Очень вкусно. Морожка. Лепешка это. Ты смотришь.
точно. Начался сплав. Если его можно так назвать, сплавом. Лагерь на стрелке. Вместе с вами большой и малый сосед. Праздничный день, день рождения сегодня. Да. Вот такие давай. Всякие. Была подарена птичка и рыбка. Да, птичка, рыбка и все, все будут сегодня праздновать. Крутизна. Здорово. Плав по северной Сочи. Славляем.
Ну, там, у меня получилось, надо больше на кадров. Наверное, еще и сухари дают. Сухари же они оранжевые. Сухари оранжевые. Там дальше будет. Ага. Там видишь, розовые, да? Да. Розовое мясо. А таймень один, у него даже было. Да. Все розовые. Сначала перематывать, а потом такой сначала в обратную сторону. Я помню, я когда первый раз поставили пленку, я так сказал за него. Ну как мой решили, да? Как мой. Да, он сначала перематывает, потом начинает снимать. В обратную сторону. Он не дает точно, извините, как было. Кадр лишний там получался. Пленка 26 кадров. Да, да. То есть ты заправляешь аккуратненько, извините. И за счет того, что аккуратно заправляешь, дается еще там пару кадров. За любым занятием. Да, доверяют мне. Вот доверяют люди. Наполеон доверили даже. Да, тот, даже Наполеон, не какой-то спирт. Уже даже я Наполеон разливаю. А он моется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А он сейчас раздиняет. Он сейчас раздиняет. Ты неправильное место выбрал, Жень. Что, нехорошее? Потому что нельзя. Потому что я сейчас начну рыбу класть тут. Валерия, сегодня солнечным днем, чтобы дальнейшие дни были такими же ясными, желанными. Тонус твой не падал, скорость была всегда при тебе. Вперед! Погода сегодня какая? Да, первый да. Солнечный день. Ура! С днем рождения! С днем рождения! После дожди и дожди. Да. Как подгадала. Ну что? Хороший конец, Наполеон. За ушицу надо взяться. Теперь можно закусить. Да, коньяк. Коньяк закусываем ухой. Этим французам это не дано. Устаймение. Щуки, да? Валерий Алексеевич, я поздравляю с новой радой, новой векой жизни. Вот. Желаю, чтобы здоровье только прибавлялось, вот такое бывает, вот. И чтобы мы еще избороздили очень многие регионы нашей страны и вообще нашей планеты. Это последний конец? Своим флагом, да. Нет, я хочу добавить еще, давай. Нет, если вы принесете еще будет. Я хочу выпить за гордость Марии Васильевича, это за его сына. Олега, нет, это правда, но я считаю, что если человек вырастил такого сына, это очень хорошо. Да, да. Это посадить дерево, вырасти сына и построить дом. И сходить в тайгу, нет. Ну понятно. И сходить в речку. Посадить тещу. Отрастить печень. Лезгинка, ё-моё. Да хорошо же, это самый лезгинка. Нормально. Хорошо. Тоже конец. Нет, ну она действительно это мельчает, потому что, ну, если раньше говорили, что если вообще улет, ну, конечно, хватает, с охотой. Но, наверное, меньше стало. Ну, может быть, как меньше мансин стало, как меньше рыбы. Да. Я ж могу только с манси жить, больше не съем. А если рыба... Соединяйтесь. Ханты-Мансийский округ. Нет, живется Тайминский. Сейчас Тюмень. Ну, как-то сам так еще не встречаю. А Тюмень, Тюменская область, Ханты-Мансийский Округ. И вот приплыли в них символь. Однако.
Я против, что это прям не драматично такое. Вот такой поселок. Спокойно, товарищ, спокойно, у нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам идем, схоронив нетерпенье в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят. Очень много потерь, даже наш организм распался вот, на некоторое время, но мы нашли возможность снова соединиться. Вот. Так что, я думаю, еще пойдем прежним составом. Нас ждут новые успехи. Спасибо. Остались последние километры нашего похода, долгожданного, желанного, принесшего нам удовольствие. Наслаждение, радость, что мы достигли того, что ждали, искали. Много лет. Много лет. Все да. Довольны, целы, живы, бодры. Пусть будет всегда. И приехали. Едем уже домой. Масса впечатлений, еще не половина неосознанных. Вот. Но опыт хороший, богатый. И все замечательно, в общем. Жалко мало. Время пролетело очень быстро. Как много дней, но оказалось все очень быстро. Не заметили, как полетело время. На одном дыхании. Так. Пьем вот пиво чепецкое. Олег заснял. Да, хорошее пиво. Отличное пиво, вот. Кто не видел. А так все хорошо. Ну что, поход в отношении съемки прошел более-менее удачно. Всего хватило. Времени, аккумуляторов. Вот. Так что считаю, в общем-то, поход, конечно, состоялся. Все молодцы, все отличились в лучшую сторону. Ну а как отличились? Вы все это уже только что просмотрели на большом голубом экране. Ну вот и завершился наш поход в те края, о которых мы очень долго мечтали, готовились, и были попытки
были попытки, такие незавершенные попытки были. Но сейчас все-таки все реализовалось. Значит, вот этот поход, он как бы включил в себя все элементы туризма. Здесь были элементы, так сказать, и пешего туризма, какие-то элементы горного туризма, даже какие-то были восхождения. Бичева, где-то около 40 километров бичевые было. Вот. Потом пешка 25 примерно километров, там с какими-то копейками. Проводка была, сплав, то есть все элементы туризма, в общем-то. Довольно-таки интересно. И много впечатлений. Прошли без потерь. К счастью, прошли без потерь. Были крупных ЧП каких-то не было. Ну, был оверкиль. Немножко нам подпортил настроение этот оверкиль. Ну, из которого мы вышли, в общем-то, неплохо. И увидели много интересного. Познакомились с какими-то людьми, с бытом, нравом. Вот. Слава Богу, все прошло неплохо. Сейчас возвращаемся домой. Будем думать о новых каких-то путешествиях. Сейчас мы можем сказать, что мы этот маршрут прошли.